Всем привет! С вами Винни Влог. Сегодня 20 мая. Сегодня 20 мая, время 9:18. Мы едем в МФЦ, чтобы наконец-таки получить уже все документы по квартире, чтобы потом отнести их в управляющую контору, чтобы отнести их куда-то, где нам должны выдать паспорта на счетчики и акт о том, что они опломбированы, чтобы потом можно было сменить собственника, короче, в квитанции. Там написано сейчас застройщик собственника, а я хочу, чтобы там не было написано застройщик собственника. Вот. Народу вот так вот к тебе стоят, никто ничего не хочет. Сейчас к нам через 10 минут приедет второй раз замерзший кокон. Компания Госокно будет стеклить нам балкон. Слава богу, в штанишках. Наконец-то мой муж в штанишках. Госокно. Вот наш балкон. Обсудим все детали, внесем предоплату. Этот балкон нам встал, секундочку, в 29 900, но плюс еще сейчас будет перерасчет, будет чуть-чуть подороже, потому что мы заказали еще одну москитную сетку, ну вот центральное окошко и как это правильно назвать, короче, добор еще где-то мы не посчитали, по-моему, вот по этой стене. Но нам сказали, что будет минимальная там надбавка со всеми скидками. Сие прекрасный день. Потратили 4000 рублей, вернули товары на 1500. За мной там прекрасная лампа. Рядом прекрасный мужчина. В животе отсутствует прекрасная шаурма. Чего я? Вообще себе, господи, если вы позеваете после уже второго видео. Все, наверное. Завтра у нас выходной. Наверное, мы завтра на хату не поедем. На хату. Что за слово хата? В дом родной. Там, где душеньки спокойно. Так что увидимся мы, наверное, 22-го. Короче, посмотрим. Все. До свидули. Добрейшего всем денечка. Сегодня 22 мая. Время около 2:00. Вчера все закончилось на том, что нам не понравилось. Сейчас светильник. Мы поехали брать другой светильник. Сегодня будем работать с затиркой. Вряд ли. Сегодня навряд ли мы будем работать с затиркой. У нас сегодня по плану... Плитку доложить, фонарик повесить. У нас такой светильник в ванной, это вообще целая история просто. Когда-нибудь я буду говорить. Здравствуйте, с вами Винни Влог, и сегодня у нас рум-тур. Я покажу вам нашу прекрасную квартиру. И вот в этом видео я расскажу историю одного фонаря.
Мы снова... Ой, подними вверх обратно. Мы снова на квартире. Выбираем уголочек. Что, она не подходит? Ну, по цвету, видишь, она желтее гораздо. А ты? Сегодня надо зеркальный потолок. У тебя в подарке есть 33 метра глянца. Обменяй на 3 квадрата зеркало. Время полдесятого. Мы даже шпаклевываем. Затирка. Мы затираем последнюю стенку. Короче, что я понял, прикол. Прежде чем вот это вот все затирать, нужно вот так вот. Сейчас покажу. Ну вот так вот подойти. Вот у нас перетись. Если что, там не перетись, там обычная водичка, потому что носик удобный. И нужно наши швы, типа вот так вот, типа смочить. Там так написано. Все, это самое главное. То, что покрашено. Я узнал лайфхак о том, как заплести и задержать корсичку, если у тебя нету резинки. Я потом обязательно поделюсь. Короче, суть в том, что мы сегодня были в Леруа, и нам понравилась дверь. Она нам давно понравилась. В прошлый раз, когда мы были в Леруа. Вот мы сегодня опять были в Леруа, она нам понравилась. Но прикол в том, что ее высота 2 метра и ширина двери 70. А у нас проем под эту дверь 2,10. И ширина 68. Короче, тупня такая получается, что непонятно, что делать. Уже плитка на стенах. На стенах или на стенах? На стене. На стене лежит плитка, как бы, и не знаю, что делать. Типа отрезать стену, как это по-русски называется. Вообще надо что-то думать с дверью, надо что-то думать с полотенцем, с сушителем. Потому что труба, когда уходит в стену, ее нужно закрыть такой набалдашником, она чашка называется или как-то еще. А у нас ни одна не подходит. Даже 40 миллиметров дырка, отверстие 40 миллиметров недостаточно. Поэтому я не знаю, что делать. Но мы, наверное, решили, что мы покрасим. У нас такие еще стрёмные трубы торчат из стены. Мы решили, наверное, что мы покрасим их в черный цвет, купим черный полотенцесушитель. Хотя у нас черного в ванне вот вообще ничего нет. Так как видео первое не записалось, я вам вкратце расскажу, что произошло. Мы вешали наш светильник в ванную, и так получилось, что мы перебили провода. И вот сейчас будет история о том, как мы выкручивались из этой ситуации. Она моргает.
фиксировать за нами. Наталья, ты говоришь, что лампочка загорается на долю секунды. Так. Мы решили не снимать плитку, а попытаться добраться до проводов и соединить их. Потому что другого варианта нету. То, что блестит, это проводочек. Пробки вышибают, и вышибают, и вышибают, и вышибают, и все. Скажи, что ты сделал. Вообще? Да. Вообще я просверлил этот проводка. Этот провод? Нет, сейчас что ты сделал. Сейчас вот я так достал из жгута эти провода по одному. Сейчас на такую штучку соединялку мы оденем их и да, подключим сюда люстру. А вот эти кончики тогда на чем остались? Для красоты. А, хорошо. Если вы такой же случайно. Интересный персонаж, который делает вот так ремонт, как и мы. Значит, это профессионал, я считаю. То вот одно из вариантов решения данной проблемы. Хотите прикол? Сейчас пока тут закручиваешь. Это люстра. Он же светильник. Она же лампочка. Мы выходим в общий подъезд. Здесь у нас еще. Хорошо, здесь у нас есть счетчик. И вот выбит предохранитель или что это? Розетки комнат. Розетки комнат. А освещение у нас вот. Поэтому какой предохранитель за что отвечает, нам еще предстоит узнать. Но на освещение... Нести люстру срочно. Нести люстру? Или крышечку? Или люстру. Не, люстру. Нести люстру срочно. А крепежки тоже? Нет, саму люстру. Саму люстру. Не опустился? Опустился. А, ну, все нормально. Расчехлил тут. Итак, торжественный момент. А свет выключен? А как узнать? Ну, вниз или вверх? Все, теперь он смотрит вниз. А теперь вверх. Ура! Создали себе проблем. Решили проблему. Кушаем. У нас обед. Это лавровые листочки, это не какая-то рыбака. Булгур с барашком. Бизнес-меню, так сказать.